На несколько часов центр дипломатической жизни Южной Осетии переместился во Владикавказ. Открытие нового здания консульства – значимое событие. В торжественной церемонии открытия представительства приняли участие главы дипломатических миссий Южной и Северной Осетии. На встрече стороны обсудили самый широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес в политической, экономической и других областях. По словам специалистов, представительство Цхинвали в североосетинской столице – это первый этап в большом деле. Также премьер-министр Южной Осетии Доменти Кулумбегов выразил надежду, что еще не один триколор южно-осетинского посольства поднимется в ближайшем будущем в других городах и странах. Событие, которое мы сегодня так радостно отмечаем, является, конечно, показателем уровня наших политических отношений, безусловно. И с другой стороны, и это очень важно, я это хотел подчеркнуть, говорить о внешнеполитической линии Российской Федерации в отношении Южной Осетии.